Тенького, мой Гулливер, меня таскает туда-сюда. Это опасные телодвижения. Это круче, чем секс по телефону. Что, съел всю трубку здесь? Помнишь, он же здесь был? Заранее съел, знал, что приедем. Бежать в гору такой, да вы нафиг. Осыпается. Куда же надо? Куда, влево, вправо. А потом обломится все. Маленький запросик, с вашего позволения. Не получился, конечно. Как всегда, под конец он вспомнил, кто он такой. Значит, там страшно. Это было страшно. Странно. Очень страшно. Понял, немножко начал.
Он тут еще плавает. Тут вот откормим уже. Эта вот девочка упадет. Вот тебе и мостик. Ничего не боитесь, да, блин? Вообще бесстрашно. Вообще, блин. Что такое бесстрашно? Вообще, блин. Ты что, бессмертный, что ли? Нигде никого нету. Ты тоже можешь покидать? Согласен. Блин, никого нету, пустота. Галима. Опа, была. А у меня подсака нет. Блин, я же ее сам боюсь, почему, блин? Хорошо взяла? Да. Взяла вообще в заглот. Нужны плоскогубчики. На. Блин, почему пролазил? Давай. Саша, пишется? У меня? У меня. Нет, у тебя стоит что-то. А у меня? Я пишется? Я знаю. Надо нормально писать-то. Да, удачи вам, пацаны. Вон направо.
нифига в этот клуб, ничего не съесть. Если ты не ешь, значит, никого нет. Да? Ты, Олег, здесь щуку видел? Но она не укололась и не взяла. Видишь, тяжелые хирурги зарядили, все. Окунь! Вот, видишь, по наводке, все. Видишь, у него на его ногу играет, идет. Не хочешь, значит, футбол посмотреть, в бане помыться? Приходи в гости! Вы должны же вы как-то соперничать. Я согласен. Интересно. Че так все мусорду нечестно? Ладно, там бы наши играли, блин. Да, нет,